Добрый день, дорогие зрители. Небольшое короткое видео про мою посылочку, посвященную камере Olympus. Я заказал себе запасной зарядник для камеры. Хотел зарядник, чтобы он работал от USB разъема, чтобы меньше натаскать с собой проводов, чтобы он более был универсальный. Значит, что в комплекте? Такое скромное устройство по эксплуатации на английском языке. Вот. Я думаю, что без него, по большому счету, все понятно. Спецификация. Выход 8 вольт, 0,6 ампера, 5 ватт. Значит, само зарядное устройство такое достаточно компактное. С собой брать, наверное, удобно носить. Достаточно плоское. Написано FOBLN1 только. То есть как раз для аккумуляторов, которые подходят в зеркальный Olympus. Я так понимаю, подарок от производителя микрофибровая салфетка. Салфетка, точнее, из микрофибры с их красивым брендом. Ну, салфетка в хозяйстве всегда пригодится фотографу. Значит, надо по-быстрому протестировать. Вот у меня стоит мой любимый адаптер на USB. Я сразу включил тестер. Значит, попробуем. Значит, берем какой-то подопытный аккумулятор, не оригинальный. Вставляем его. Идет разъем. Втыкаем шнур. Вот, заряд пошел. Индикатор. Видно, бегает. Аккумулятор заряженный лежал, поэтому неудивительно, что он показывает три шпалы. Показывает ток заряда 0,9 ампер. Вот, сейчас мы протестируем проводочек, который пришел вместе с зарядником. Так как на свою практику заряда разных девайсов, я убедился, что во многом все зависит от качества провода. Бывает, смартфон втыкаешь, а он заряжается очень долго. Значит, купила такой тестер, стал просто перепроверять провода. И оказалось, что через одни провода ток заряда идет нормальный, через другие ток заряда идет гораздо меньше. Так, ну что здесь показывает, сейчас он переключится, 5 вольт. Ну тоже 0,99 ампера практически, одним ампером он заряжает. Ну вот, собственно говоря, весь рассказ про зарядник. Зарядничек хороший, маленький, то, что я хотел. Он работает, заряжает быстро. Идущий в комплекте USB кабель качественный, не отличается по качеству заряда от какого-то имеющегося у меня провода, от какого-то фирменного устройства. То ли от Alcatel'а, то ли от Parrot'а, не помню. Ну, такой он толстый, такой, видно, сделан хорошо. Вот. Все, спасибо за внимание. Если вам эта информация оказалась полезной, поставьте лайк. Мне будет приятно, что я это все снимал и сделал не зря. До свидания.